Привет! Меня зовут Карина Хаджиматова, и я главный тренер по флористике Фиори Академии. Сегодня наш мастер-класс посвящен пасхальной флористике. Ну что, начнем? Мы научимся создавать декор для корзины. И первое, с чего мы начнем, это ознакомимся с инструментами и материалами. Главное – это наша корзина классического типа, которую я покрыла акриловой краской в баллоне. Декоративные цветы, кусачки, ни в коем случае не секатор, клеевой пистолет с силиконовыми насадками, флористическая проволока и, конечно же, перчатки. Анемон, 2 штуки. Пион такого типа 1, если одноголовый у вас, тогда 3. Эвкалипт 2-3 веточки. Вибурнум 1. Цветущая ветка яблони 1. Ветка зеленая 1. Роза кустовая 2. И половинка мальвы. Полный список материалов и инструментов найдете в конце видео. Итак, приступим к созданию декора для нашей корзины. Мы создадим две композиции, асимметричные. И первое, с чего начнем, это разместим направляющие нашей композиции. Это будут зеленые ветки. Сейчас мы делим большую ветку на маленькие сегменты. Мы берем флористическую проволоку. Она будет нашей фиксацией для них и делим ее напополам. Вдоль корзиночки, немного выходя за нее. Просовываем проволоку между плетением корзины, зацепляя ветку за основу. Листики с ветками мы разместили в виде геометрической фигуры треугольника. И сейчас мы будем повторять, дополняя его еще сегментами из веток. Мы берем ветку цветущей яблони и, подобно предыдущей ветке, делим на сегменты разной высоты. Вот примерно так. Можно эту ветку, она для нас может быть чуть длинноватая, можем поделить еще на несколько частей. И важно, чтобы не оставлять отрезанный кусочек ветки. Делить так, чтобы ее не было видно, где мы ее срезали. Когда мы разделили наше соцветие уже на маленькие такие элементы, мы теперь начнем крепить с помощью горячего пистолета. Мы размещаем сначала более крупные веточки. Они будут тоже служить как частью направляющими веток в композиции. Так. Мы прям можем в щелочки, которые есть в плетении, помещать наши веточки, где мы на краюшек наносим клей. Его не нужно сильно много. Главное не затягивать, чтобы он не успел остыть. Есть. Можно немного вращать корзину, чтобы вы видели полную картину. И сейчас я также буду выстраивать наши соцветия в треугольник. У нас здесь есть точка, и разместим здесь примерно. Угу. Можно здесь подлиннее взять, продолжить композицию. И вот я вижу, что я хочу продлить линию, направляющую зеленых веток, и размещу здесь. Сейчас, секунду.
секундочку. Цветущую ветку. Мы видим, что мы повторяем подобно природе. У нас есть листья зеленые, у нас есть цветущие веточки красивые. С чем мы ассоциируем весну? Угу. Вот уже основа у нас почти завершена. Еще у нас есть пару веточек. Можем пустить вверх ветку одну, например. Здесь есть такая выемка, прям в нее я размещаю нашу веточку. И здесь немножко можем подклеить на ручку ее, чтобы она более зафиксировалась. Угу. Теперь у нас осталось парочку таких красивых соцветий. Мы ними заполним частично внизу нашу композицию. И если вы заметили, что у меня каждая веточка, каждый цветочек имеет свою точку роста, у каждого своя высота, это позволяет нам делать композицию более воздушной и динамичной. Ну что, перейдем к следующему этапу. Итак, у нас образовалась такая мягкая подушка из цветущих веток яблони и зеленых веток. И теперь эта подушка послужит нам основой, где мы разместим наши пионы. Так как у меня есть три размера бутона пиона, самый раскрытый я помещаю в нижнюю точку нашей композиции, лицом на зрителя. И у нас остался один бутон, который более закрытый пиона, и мы его размещаем выше этих цветов. Мы не разбрасываем бутоны пионов по всей подушке основы нашей композиции, мы их группируем в треугольничек по одной из части нашей композиции. Теперь мы немного повернем корзину и будем размещать еще группу наших крупных элементов. Это анемоны. В очереди у нас розочки кустовые, мы их тоже делим на маленькие части. Размещаем недалеко друг от дружки. Здесь мы оставляем место, но здесь будет добавляться мальва по цвету, и еще две розочки мы разместим где-то здесь в серединке. Берем нашу ветку мальвы, так как она идет на две стороны, мы делим ее пополам. Смотрим, чтобы стебель вошел в плетение корзины. Да, и он дополнил, цветы мальвы дополнили розовый цвет наших роз.
Дальше мы берем еще маленький сегмент мальвы и продлим немного в сторону. Итак, теперь мы просматриваем полностью нашу композицию. И у нас осталась такая красивая ветка мальвы. И мы продлили нашу композицию движением таким, да? Основные элементы мы разместили в композицию. Сейчас мы с вами закроем немного внутреннюю часть, которая у нас образовывается, где-то здесь есть веточки видны. Мы их заполним виборнумом. Я коротко срезала виборнум. И сейчас закрываю наши моменты с ветками, прям приклеивая между ними, чтобы они гармонично виборно вписался в композицию. Мы добавим где-то еще его на лицевой части. Есть. И красивый еще у нас такой маленький элемент остался, который бы я разместила где-то в этой области композиции. Большими акцентами усиливаем зеленый с помощью эвкалипта. И добавим парочку с этой стороны. Итак, одна из сторон у нас уже готова. Осталось за малым сделать еще одну. Но сейчас хочу сделать акцент на том, что композиция очень динамичная. У нее есть четкие направления движения. По палитре это розовый, белый, светло-зеленый с небольшими оттенками желтого. Ну что же, приступим ко второй стороне. Здесь мы выставляем группу из пионов, так как у нас на этой стороне были анемоны, да, и группируем их. Получилось. Следующим этапом мы разместим группу из роз с этой стороны. И можем розочку в этот раз вывести еще, например, где-то здесь. Половинку мальвы, которую мы оставляли с прошлой части композиции, делим ее на цветы, размещаем дальше в группу. Есть. Теперь мы берем виборну. Ну что же, наш декор для корзины готов. И теперь вы можете самостоятельно создать свою пасхальную корзину, либо обратиться к профессионалам. Спасибо за внимание. С вами был главный тренер по флористике Фиори Академии Карина Хаджиматова. До новых встреч и stay home!